80-летний юбилей известнейший российский актер Валентин Гафт отметил в Нижнем Новгороде. К нам в город он приехал на творческий вечер. Валентин Гафт – актер сразу нескольких поколений, народный артист РСФСР. На его счету более 150 фильмов и сотни спектаклей. Чтобы встретиться с любимым актером и поздравить его с днем рождения, на пороге театра его встречали нижегородские поклонники вместе с Александром Алешиным. В театральной среде давно известно, что Валентин Гафт – человек непредсказуемый. Будет он с нами общаться, не будет – никто не скажет. Даже организаторы гастролей. Будем ждать его здесь, у служебного входа. Кстати, ждем его здесь не только мы одни. Страна жила еще по ГОСТу, по Гафту надо было жить. Тогда бы больше был роста, и не пришлось бы сейчас тужить. Это вот я написал за один вечер. А у меня 6 общих тетрадей стихов, но меня никто не знает. Я как Фишер в подполье. Вот его книга, я еще приобрел ее в 2007 году. Вот хотелось бы, я ему подарю, а он автограф, может быть, оставит. Ну, я вообще очень люблю советское кино, советских актеров, они настоящие. Это один из последних магикан, великий актер, я бы сказал, замечательный поэт и блистательный эпиграммист. С приездом, Валентин Иосифович! Спасибо. Это да. Вам надо. На добрую память. Эпиграммы, вот миниатюры. Да. Эпиграммы? Да. Я ведь не эпиграммист, вы знаете. Там за меня что-то пишут, и мне присвоили это звание. Нет, я то, что... Это я свое написал вам. Понятно. Автограф можно. Вот эту книгу, которую... Самая полная книга Валентина Иосифовича, я здесь предисловие написал. И здесь не очень полная. Интересные мемуары не о нем. Да. Казаковыми. Книга замечательная. Да, спасибо. Девушка 3 часа ждала на холоде. Смотрите. Миленькая моя, господи, уже. Давай. Вот хорошо. Моя хорошая. Спасибо тебе большое. Ну что это такое? Ну потом посмотрите, я хотела спектакль преподнести. Спасибо. Спасибо. С может, вашим это... городом связано все. Вы один из лучших городов России. Так будем говорить мягко. Вообще вы замечательный город. Я связан много. Я здесь раз был. Мы здесь и на гастролях были, и снимался я здесь. Очень давно помню. Давно. Город замечательный. Мы поздравляем красивый. Вас с юбилеем еще. Все нижегородцы желают вам здоровья большого. Наш вечер поздравляю. Спасибо. Но вы не любите юбилей, не любите дни рождения. Да они не так часто бывают, но я никогда не готов к этому как-то. Хотя вот немножечко неважность я иногда чувствую. Но это не мешает работать, это ничего страшного. Увиделись, прям я, ой, столько впечатлений. Ну, я подарила ему альманах «Нижний Новгород», литературно-поэтический. Ну, вот еще тут фотографии всякие. Ну, я его больше люблю как поэта, хотя и актер тоже прекрасный. Просто обожаю, на самом деле.